просто балдею от них. Очаровательный вечер, друзья мои. Жаль расставаться со всеми вами. У них все-таки бедняжек отсутствует вкус. А вот среднему человеку, как, например, мне, очень нравится. Поют колоссально, отпад. А что вы так смотрите, Надин? Что вы так на меня смотрите? Я забыла ваше любимое изречение. В наш нервный век надо уметь расслабляться. Расслабляться. А что, я не прав? Прав. Так давайте выпьем. Я хотел пораньше из отпуска вернуться. Так жена пишет, не дури там, отдыхай до последнего. Имеет же право человек отдохнуть раз в жизни. На дворе ли мороз большой? Не хочешь, а заплачешь. Совсем уже сбрендили все. Сказать, о чем ты сейчас думаешь? Милые мои, хорошие, вы для меня самые родные люди. Вам хорошо, и мне хорошо. Но если вы не приедете в следующий раз, не обижайтесь. Приезжайте. Я так влюблен в вас. Виктор, мы здесь все влюблены отчасти.